Лок, да, он мог поставиться по умолчанию, хотя исключено на Силентиуме всегда ставится пью по умолчанию. Может, скорее всего, будет играть Лок. А, нет, вообще-то Локдаун выбирает Гавар. Жерка, ну как сказать, скорее всего, карта Локдауна от Гавра, я так думаю. А я уже... бы сказал, что это лучший выбор, потому что Джерка сейчас, скорее всего, будет играть... Чисто на спаме? Достаточно закрыто, на спаме, да. Если получится, мы обязательно возьмем РПГ. Так, Гавар у нас в центральной зоне. Ну, а Джерк на спаме. Классическая расстановка силы на начало игры. Да, Джерк не особо торопится идти в центр, нет, он все же собрал все ресурсы. Да, Гавар сейчас пропустит Джерка. Вот он очень долго шел за кольтом, он уже его пропустил, то есть я не смог его принять. И в такой вот ситуации будет очень сложно, сейчас Джерк может спокойно заспамить. Если дает зарядку, здесь можно от стены сделать рикошет. А ну, Гавар... Гавар на плохо поймал шарик. Сейчас Джерк скинет по столке, и вот что дальше? В принципе, неудивительно, тут столько физики Гавар, конечно, выиграл. Но на самом деле, с моей точки зрения, позиция была лучше у Джерка, и Гавар сыграл достаточно агрессивно, настырно. Может быть, даже Джерку в плане не ожидал этого. Что логичнее было. По сути, Гавар сейчас идет повтор. Он тоже в спаме, тоже идет, только уже поверил. Да, и Гавар опять-таки его пока что с ним встречает. То есть сейчас он Гавар занимает позицию. Но он уже пропустил Джерка. Хотя нет. Я не знаю, видел он его краем глаза, не видел. Тем не менее, опять он отдал позицию. Че, мне кажется, Джерку уже упасть. Два подствола кинули друг друга. Да. Не очень удачный шарик для Гавара. И сейчас, кстати, нет, Джерк опять берет шарик. Тоже разряжается Гавру. Делать сейчас что-то будет 2-1 в пользу Джерка. Гавр непонятно зачем так стоит, но он, видимо, ждет оппонента на лестнице. Ждам не понимает, где Гавр, он идет в спам. То есть, как бы, ну, логичное решение. Гавар тем временем тоже не понял, где же. Сейчас будет, может, встреча. Вот это будет забавно. Жеркус, да, отличный хитшот был, на самом деле. Да, это был хороший хитшот, но, конечно, я в том плане, конечно, повезло сейчас Гавару. Я не сказал, что это дикий лак, но я сделал, что... ...попадет с Кило, но такой позиции совершенно не ожидает. А вообще-то Гавар попал один раз, по-моему, он... ...все равно много. Сейчас, кстати, Джерку надо было убежать, на самом деле. Вот, то есть то, что Гавар не убил Джерка, это, скорее всего, ошибка. Именно. Не, ну Джерк вообще неплохо сыграл, он был готов, он отбил батарею. Не, ну когда у тебя оппонент кольт, а ты стрельба столько часов с автомата, это не слишком хорошая идея. Ну Гавар не смог убить. Ну опять же, все-таки 3 часа ночи, и, наверное, все-таки это сказывается на его имя. Счет 2-2. 2-2. Он Джерк наоборот пытается плодить оппонента сверху, но Джерк не повезло, он хотел не тот предмет, не шарик. Не, ну в принципе он попал, да, он смотрит там на ключе точку. У него Джерк есть портфолы. Ну, а у Джерки на слоте подсолнуть не получилось, но все же забыл дорогу. У него была дробь, он уже попал в Джерка с посолки, притормозил его и добил дроби. Джерк пытается спрячься с гранатой. Сейчас был какой-то серьезный момент, на самом деле. Зря я так сейчас сделал, конечно. Понятно, было 100 хп. Понятно, ненавижу скрипт. Если Джерк самоубился в кого-то, то виноват ты. А не то, что Джерк так сделал всем нужные вещи. Сейчас шар мимо пролетел, было весьма опасно. Не, ну Джерк стоит, ловит его, конечно, он наготове. Высосал уже всю зарядку. Да, ну 150. Вернуться. Или, например, задеть физику и попасть в Джерк. Гавар все стоит. Не понимаю, Жерк уже обходит его. Услышал, конечно, пошел по лестнице. Гавар, в принципе, хорошо все слышит. Да, он точно пошел. Промазал два подствола. Че, хорошо сыграл Жерк. Не оставил сейчас там момента. Че тут Гавра, и Гавар нас поставил. Жерк что-то пишет. Спам-гейм. Ну, кстати, чувак, как казалось по-другому, я думаю, что Жерк будет спамить. На самом деле, Жерк старается играть как можно чище почему-то. Я бы сказал, что он прямо так чисто заим. Ну, чем? Я бы сказал, он сейчас не стал добивать его, например, под стол. То есть, она более-менее такая сбалансированная. Это было логично добить его именно так, как он это сделал.
Ну это был очень рандомный такой шальной хедшот, Гавр даже не стоит. Как бы, и мне кажется, Гавру стоило наоборот отойти на раб. Игры. Так, Гавр выпрыгнул через окно. То есть как только Жак написал спам гейм, я бы стал слишком уж, кажется, агрессивно действовать. Сейчас он просто добьет его здоровье. Нет, ну Жак промазывал, 16 хп всего лишь было. Мог добить, но, увы, промазал. Среди саночек все мы понимаем, что... А, если тот... 4-4. Жерк не стал палиться с зарядкой, сразу пошел с рашить оппонента. Да, ну, как мы видим, опять Гавр не встречает Жерка, то есть дает ему свободу действий. Жерк спокойно спамит. Мог попасть сейчас шар вполне. Очень хорошо сыграл Гавр, с помощью посылки и дроби убил Жерка. Жерк очень хорошо перенага. И опять топ заканчивается. И опять-таки Жерк. Отлично. Да, ну кстати, Жерк старается. В чем его минус сейчас? Он старается подорашить своего оппонента. Испанулся, бежит с гранаты. В данном случае это совсем не работает. Поэтому Гавр уже выходит вперед на 3 фрага, счет 7-4. Мне кажется, это не очень удачная нычка. Во-первых, он его уже пропустил. И плюс он стоит, ждет ну, в таком странном положении. Да, здесь главное. На что можно рассчитывать? На АИМ и на неожиданность. Противник тебя там ждать не будет. Если ты пропустишь шар, вот, то скорее всего ты не отобьешь, потому что там в упор очень сложно добить, тем более если он будет от стены. Жерк уже понимает, где оппонент, пустил шар. На счастье Гавр, он не попал внутрь. Его поступок был очень сверху. Да, Гавр сейчас играл, с моей точки зрения, неправильно тактически, то есть он пошел наверх, там можно было и бочки взорвать, и попасть шаром, как это сделал Жерк. В общем, спамней. Кстати, заметил, что никто не берет РПГ. Обычно Гавр пытается РПГ брать, но, видимо, он боится просто. Да, он сейчас не рискует этого делать, тем более, что Жерк очень быстро передвигается, и это не важно. Сейчас... Да, не повезло двоим. Это такое место, что там выжить и поймать их очень сложно. Не, ну если только судорожно пытаться поймать оба шара, и то ты не поймешь, какой из них чужой. Ну, тяжело, на самом деле, сделать. Да, мне кажется, Жерк просто не ожидал такой гранаты, которая попадет прямо в него. То есть он специально нет, упала к нему под ноги и прямо убил все. Да, он упал под ноги, но он отходил от зарядки, потому что граната без зарядки, но она попала не прямо в тело. Вот, сейчас опять Жерк как бы ломанулся, он опять ломится и как бы опять, мне кажется, не принесет никаких плодов. Кинул уже 2 гранаты и что дальше? Бочка есть. Если надежда, по сути, конечно, есть. Бочка, если только он выпрыгнет, а так смысл ее кидать, конечно. Да. Шел под лестницу, не знаю, вот сейчас его. Пойдет ли он на коль, да, он идет на коль, зато. Да, отлично. Сыграл Гавр на самом деле. Да, не прет, ну без чего. Если ты ломишься на своего оппонента, а это Гавр, все-таки это не какой-нибудь БВ лямба. Это Гавр. В принципе, он Гавр показывает хороший стрим. Да, сейчас Гавр не попал и отлично отвечает. В данный момент Жерк почему-то начинает просто переться. Он опять респаунился в спаме, не стал ничего забирать. Просто бежит за греной. Да, я говорю, вот может быть, если нам это будет работать, то с Гавром пожалуй нет. В каком-то плане то, что он просто Гавр не встретил. Что Гавр не контролирует центр карты, не смотрит за противником, который идет со стороны спа. Плохая была подсколка со стороны Гавра. Да, он смог его подловить. Ну, ну это уже больше такое лак, но тем не менее, если... Опять Жерк бежит за своим оппонентом. И Эфиса может кончиться еще. Мне кажется, да, это совсем плохо кончилось для него. Да, у Гавра осталось на самом деле мало хп, потому что взял 2 аптечки и пойду спать. Ну, сейчас Гавр его слышал, скорее всего, но, кажется, смог его продавить Жерк. Да. Отбей такой. Ну, он его убил с помощью ее, я как понял.
Ну так в упор это очень сложно. Не, Гавр в принципе может, но у него, видимо, после пушил. Да. И жертва очень страшно. Да, Гавр вообще будет его обходить, но Гавр пошел смог, на... не ожидал. Вот. Ну, вот. Отлично, батарейку. Он, Джерк много ломился, и из-за этого счет уже 14-7 в пользу Гавра. Сейчас, кстати, по логике краски не нужно Джерку играть очень неактивно, но уже такое преимущество, и главное его тактика, она не работает. Джерк на оппонента с гранатой. Так Гавр, мне кажется, в каком-то странном месте сидит, он может пропустить оппонента внизу. Но он как бы уже его пропустил. Теперь у нас Жерк снял половину хп, уже полный. Неожиданная встреча, у меня есть дробь и посол. Не, ну Гавр отлично выстрелил с дроби. Но Жерк опять не стал заряжаться, ничего, он просто взял зарядку на 15 и опять побежал. Ну, в принципе, да, большой отрыв, он хочет догнать. А, у него это... Нет, просто отлично играет. Ну да, вот сейчас он как бы нормально Гавр сделал, Гавр не успел. Сейчас еще может это практически не отдал. Сейчас Гавр неплохо сыграл. Да, главное сейчас Гавр смог эти ресурсы. Хотя зарядку он отдал. Я почему-то не могу посмотреть, сколько осталось времени до конца карты. Это тоже, то ли у меня бинт не работает, то, что я менял, то ли я не вижу тоже время. Я думаю, в принципе, это не важно. Жарко сыграть под соло, в принципе. И долбану дробью прямо по трубу. Да, Жарко забил второй. Ну, ты сейчас смог сократить отрыв. Было 7 фрагов, сейчас уже 5. Что-то по-другому выглядит. Не 14-7, а 15. Равно есть. Да, если он сейчас сможет реализовать свою позицию с шарами, а он сейчас сыграл вообще неправильно, ему сейчас дико повезло, честно. Вот, я, в принципе, понимаю возмущение Жерка, потому что вот Гавру сейчас повезло, на самом деле. То, что он поднимался спиной, даже не смотрел на оппонента, хотя по логике он мог быть там где-то рядом. Да, это лак. Не очень удачный же риск. Сейчас, да, скажем так, не знаю, бог ДМ, если он существует, вознаградил Джерка двумя фрагами после везения от Гавра, но Гавр опять-таки сделал отрыв. Джерк опять несется. Отправил обратно шарик. Ну, в принципе, он точно угадал, где оппонент, но, правда, без результата все его действия. А. УВХ! Всё, Джек убился. Кстати, у Жерка, похоже, был очередной баг с гримом, потому что он взорвался. Ну, мне показалось, рано. Честно, скажем, это что бывает. И Жерк мне пишет после этого на один, знаешь, как. Отличный Гавр сыграл. Да, Жерк опять зачем-то полез на него. Хотя у него было мало хп, но все равно была такая позиция. О, кстати, Гавр отлично предугадал, он не стал идти к лестнице. Что... Да, но вот сейчас он не угадал. Он, да, сейчас, кстати, не угадал. Зарядки вот, или к арбалету, Жерк пришел в другое место. Жерк что-то пишет. И, в принципе, отрыв внимание, барабанная дробь, цитата Джерка, новая цитата Джерка. Барабанная дробь, очень большая, объемистая. Это что тебе написал сейчас? Нет. Вот. И получается вот. В отличие чат пишется в вещи. Ну, в смысле, в игре. А, все понял. И насушки там не делал, чат убирался из хада. Ух, молотов я в руку приезжал. Опять Жерка не повезло. Жерк, ты видишь, порадуйся, ты только в этой игре. Гавр отлично, кстати, сыграл сейчас. Не торопясь, просто прицелился и выстрелил. И вот сейчас Гавр все отлично сделал. Мощный хэдшот в упор с дроби и отбивание гранаты мгновенно. Джерк просто бежит с бочки. Посмотри, что Джерк делает. Джерк бежит с бочки. В принципе, у меня так же класс однажды на. Так обычно не бегаешь. Понимаешь, еще вроде между базаром и Джерк 2, он
я лохи, он тебя убил. Даже смог убить двух посолов и одну Ну пиздец, скриптер. По-моему, там на сервере пауза. Скорее, может быть, это карта? Может быть, это паузы они ставят в конце карты. Может, они третью будут. Что 1-1 по картам. Дело смог ответочку Джерку за этик.